Ноябрьские полицейские обстреляли мишени. Сегодня сотрудники всех подразделений ОМВД Ноябрьска соревновались в меткости. Всего набралось около 40 желающих, 6 из которых женщины. Хотя стоит отметить, что в скорости и меткости дамы ничуть не уступили мужчинам. Соревнования приурочены к 30-летию Ноябрьского ОМВД, которое, напомню, полицейские отпразднуют 17 июня. Итак, по итогам состязаний первое место заняла команда отдела вневедомственной охраны, на втором – стрелки дежурной части ОМВД. Почетное третье место у команды участковых уполномоченных. Сегодня у нас в соревновании принимает участие 42 сотрудника. Это представители 14 подразделений. Заявку подали 6 девушек. Данное соревнование посвящено 30-летней годовщине со дня образования МВД России по городу Ноябрьску, а также ежегодно проводится в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий.